Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. Мы продолжаем играть в Sniper Elite Nazi Zombie Army. Так, впереди уже враги. Да, это я вижу. Третья... Смотри, какие крючки. Кого-то явно подвешивали даже, что это кусок мяса. А, смотри, рука осталась на крючке одном. Ага, вижу. Так. Так, это третья миссия, стрёмное местечко. Да, не очень. Да. Там так. уже идут, ты одного пропустил. Я вижу. Так, я зато троих убил одним патроном. Ага, пошли так, дальше. Так, еще воскрес один. Ага. Так, спокойно, вот так вот. Так, сейчас что тут будет? Resurrection kill. Так. Ну что? Ух, они тихо. Там спускаются. Давай так. Лучше тут подождем, наверное. Не стреляй, не стреляй, пускай они все спустятся. И мы просто да так. Нет, ну чтоб... Да не стреляй, Миша. Просто подожди немного. Да ладно, окей. Убьем там первую кучу, потом поднимаемся сразу, чтобы так, тоже... нету патронов, нет. Так. Видишь, так. Они уже там... Да, я вижу. Так, ну что, начинаем. Убийство. Есть. Так, а. Пригнулся он так вовремя, знаешь? Ага. Еще. Так, спускается еще да-да. С левой стороны. Есть двоих. Так, еще спускается ага. По левой стороне. Так, там еще один я вижу топает потихоньку. Да, я вижу еще двое. Один. Да. Так. Че, наверное, идем? Отлично. Да. Давай быстро просто. Да, быстренько полутаемся. Быстро пробьем. Ах, тут уже. Все плохо, да? Ну как пару зомби тут? Пару-то не пару. Так, главное не спешить, знаешь. Ну, в принципе, да. Потому что поспешишь и людей насмешишь. Так, и один вот тут. Так. Вот нам туда. Ну что, побежали спешить. Сразу же. Да-да. Так, есть. Оу, есть, какой есть. Есть, теперь есть точно. Хочу. Побежали. Так куда же он так, знаешь, в бок целенаправленно идет, а там ты просто был. Я и не думал. Так. Подожди. Так, отлично. Есть. Угу. Можно, в принципе, патроны взять. Все, заправься патронами. Да. У-у-у. Есть. Так, смотри, идут по мостику. Не зевай. А, вижу. А, ну да, я, да, в принципе, убил. Да, смотри. Сам сказал. Они так лесенкой идут. Да. Да. Молодцы они, конечно. Ты мне просто не давал только что убить. Зря и зря. Так. Ну чё, отлично. О, там еще один был. Ча я этого... Да ладно, не трать патроны. Убил. Бери выше, смотри тут, запас. Ча. Видишь? Ага, ща еще возьму один раз. Да. И пошли. Так, теперь вниз, там, да? Там сзади нас еще парочку идет, но... Да ничего страшного. Это нам не страшно. Ух, какой-то туннель. Угу. Так. Ух, сколько еще тут стремнее. Места. Угу. А ну подожди, хотя не. Да, пошли, короче, откроем ворота. Давай. Или что там? А, вот эти двери. Так, да. О, нам дают время, наверное, да? Смотри, сохранение пошло. Взять карту. Угу. Взять дробовик, я возьму так, дробовик есть. На всякий случай. Ну как, я хочу с дробовиком окей. Побегать. Но у меня, в принципе, вся амуниция заряжена. Как амуниция, так и... А у меня нету патронов. Такие оружия. Так подними там. Где? В комнате. У меня нет патронов на дробовик, не на... А, дробовик. Так, смотри, а, сколько их есть. Тут. Где? Вышли. Врата. Бегу. Так, ух ты, посмотри, какая их куча. Так. И уже все ближе не подходят, поэтому нужно как-то поторопиться. Ну да. Хорошо, что я оружие зарядил еще там. Так, перезаряжайся, прикрой. Давай. Камикадзе, ведь мы как-то даже не заметили так. Камикадзе. Офигеть. Я же закашлялся. Да. Я их даже не заметил как-то. Испугался, наверное. Так.
Так, на лестницу поднялись, так и опустились, замечательно. Ага. Так, в принципе, камикадзе уже нету, да? Как да, фики его знает. Но пока спокойно. Затишье перед бурей. Так. Смотри, как он, да, уклоняется. Да, да. Этот что с лопатой. Давай еще. Еще, отлично. Что-то не... Пау. Прут столько. Есть. Ну вот, так. Походу, еще вот эти остались и... Замечательно. В голову. В голову. Отлично, что-то я разошелся по головам. Так, а. Ах, ты его уже убил. Ну да ладно. Так, меня бьет один, я думаю, что у меня так трясется прицел. Ничего себе думаю. Все. Так, отлично. Динамит я подобрал, нифига себе. Так, у нас, в принципе, по одному динамиту есть. Фугас. Так, 10 патронов к снайперке. Замечательно. Потопали нам туда, наверное, куда-то. Ну да. В принципе, другого пути. Так, что там? Скелеты. Есть. Еще. Так. Тише, тише, тише. Без паники. Пошли. Налево. О, во-во, как раз отлично. Так. Все, заряжаемся. Ага, полностью. Угу. Так. Музыка такая приятная, да? Очень гитлерская. А, все. Чекпоинт. Побежал. Давай. Сказано гитлерская. Ух, там уже они. Так, тихо. Так. Минус. Ничего себе, он так припечатался. Ух, к этому всему делу. Тише, тише, тише. Не спеши. Так, сейчас нам там включить опять что-то нужно, мне кажется. Так. Ну, я вижу уже пульт управления. Так. Тише. Давай-ка мы все-таки назад лучше отойдем. Нет, подожди, проверить нужно, что тут. Так. Вот и пошли. Так. Ну они как раз все так стоят, поэтому. Что? Так. Отлично. Еще раз. Быстро мы как-то, да, их всех сделали. Замечательно. Вроде все. Да. Ну как, все, может сейчас еще там кто-то. Есть. Так, еще один. Так, они исчезают быстро очень. Нужно лутаться. Так, у меня 91, ну практически фуловая снайперка по патронам. Ага, я. О, так. Там. Я не. Нет, там вроде. Ше? Что-то бегут эти, как его? Да фиг, вроде, не знаю. Хотел сказать, я забыл, как их. Камикадзе, да. Вот. Так. Ты что, смотри, какой резкий-то. Ух ты! Отходи назад, отходи. Я что-то как-то... Да, завтыкал. Бывает. Все это бывает. Офигеть, сколько их там прет. Да-да. Ну, не больше, конечно, чем с тех ворот, но... Это рекорд. Я с одной пули пятерых убил. Да? Да. Так. Троих. Воу. Чё там? Ну что, тут можно, блин, на страйк поиграть. Поем боулинг. Кто больше выбьет. Так, отлично. А, хотел в голову так. Ну и не получилось в голову. Так, что тут у нас? Отлично, отлично. Отлично. Так, там... Осторожно, лутаемся. Больше никого. Смотри, тут, видимо, комнаты допросов были. Угу. Смотри, да, сколько сложено всего. Смотри, тут ням-ням. Так, пошли. Дали. Вроде больше никого. Так. А куда нам? Вот туда. Так. Да. Ну пошли. Сути дела, да. Оу. Тише. О, ожил. Торопимся. Ладно, не торопиться. Да, лучше потихоньку. Аккуратненько, не ускоряемся. Так. Ну что? Пошли. Выскочил так.
О, еще я жил, вот зараза. Да, вылетел он, конечно. Вот там еще один. Ишь. Все. Так, я уже готовился, что на меня сопло кто-то вылетит. Так, ну я включаю вот это. Ищи. Не подожди, а давай уже, я не знаю, откуда они сейчас. А, ух ты! Так. Ну что, есть? Ну, пятерых за один раз тогда нормально. Так, я. Ну они как раз так стояли, знаешь, все в ряд. Ага. Так. Че, все? Так. Нет, это еще идут. Так, главное, чтоб что-то большее не пошло. Да. Потому что. Еще этого нам не хватало. Патроны нужно беречь. Есть. Ух ты, скелетоны. Так, скелеты. Накаркал я, в общем. Ты в туннель смотри, я буду так, по скелетам. Я понял. Есть туннель. Убит туннель. Отлично. Вроде... Что там у тебя дела? У тебя нормально, да? Да, вроде уже больше продвигается. Не продвигается. Давай дальше. С обстрелом. Быстренько, быстренько побежали. Ну как быстренько? Лучше не быстренько. Туда. Скелет, скелет. Все, да? Так. Ух, кто тут там, точнее. Так. О! Ладно, не слышу сейчас. Тихо, я понял. Есть, попал. Есть. Так. Вроде все. Спокойно. Ух, смотри. Тише. Еще как. Так, а это... Камикадзе? Да. Ага. Фух. Так, главное, чтобы опять не. Угу. Так, а тут давай можно дальше бутать? Нет, тут нельзя. Ух ты, скелет. Я понял. Еще скелеты, да? Ага. Как там продвигаются дела сзади? Да, а, там нету, ничего да? Нет. Так. Так, ну давай. Двери. Фух, так, контрольная точка. Все, 100 патронов. То есть пока я, кроме снайперки, ничто не брал в руки. Mm-hmm. Так, что, выдвигаемся? Да. Все, чекпоинт, теперь разрешено дверь открывать. Опять туннелика. Ух, нихрена себе, смотри. Да. О, это мы наружу выбрались. Да, смотри. О, там поезд кто-то, рабочий, там кто-то спрыгнул, я вижу. Так, снайпер. Я вижу снайпера. Так. И вижу. Погнали на вышку быстренько, потому что тут они нас быстренько зацепят. Так. Вижу. Один на поезде. Так, на 11 часов. Их там сколько? Я его убил, все. Одного убил. Еще... Вижу одного. Все, убил. Так, все. Еще там. А еще на там сколько еще... часов? Так. Теперь он на 10 часов. Так, не убил. Ах, так как же так? Смотри. А, все, я его убил. Так, это я просто несколько патронов попал и... Так, еще одного убил на поезде. Там еще. Угу. Так, подожди. Внимательно смотрим, главное не спешить. Да. А, так, внизу зомби продвигаются. Там еще двое их. Я понял, я буду следить за снайперами, ты, в принципе, смотри за зомби. Так, потому что зомби вот к нам идут. Ага. Так, я смотрю за снайперами. Так. Так, где он там? Уже нету. Нет, вот он. А, есть. На 12 часов. На 11 ага. часов. Так, все, я его убил. Отлично. Что там с зомби? Дела продвигаются нормально? Ну, так. В принципе, уже вроде никого и нету. Я понял, значит, пошли. О, двери открылись. Ух ты, да, смотри. Не... Так. И тоже открылись, офигеть. Так, спокойно, я передних буду перебивать, да. По крайней мере, стараться. Так. Я уже всех. Так. Ну я почти тоже всех впереди убил. Ну, смотри, практически всех, да. Ага. Все, убил всех. Так. Отлично. В принципе, затраты окупаются, да, нам? Ну. Именно затраты по патронам. А. Так, сейчас еще соберу, что мне тут. Есть еще что-то. Давай, пока не пропали они. Так. Вроде уже все. Пошли. Я посмотрю об еще эту комнату. Так, вновь эти звуки приятные.
Есть. А, это я подстрелил. О, его они тогда там. Смотри. Так, лучше пошли туда, потому что я тут и остался. Ну да. Так. Так, снайпера вроде нету пока. Тут руки везде висят. Так. Есть. Есть. Так. Ну что, я в принципе еще могу спуститься. Так. Ну там не так. Есть. Не так уж и много их. Угу. Ну, в принципе, достаточно. Ну да. Так. Есть. А! Ты елки-палки. Все? Замечательно. Да. Нет, еще один. Еще нет. Нельзя пока что войти. Есть. Вот теперь можно, да, по-любому, потому что ага. Задание обновлено, показывает. Так, спокойно. Где тут еще? Все, ты перебил, да? Ну, тут еще. Все, можем идти. Так, отлично. Ух ты! Так, там что это зомбари. У нас? А, я думал, камикадзе, представь. Да. Я пошел в эту комнату посмотрю. Нет, где они там? Ух ты! За шо называется? Че там? А, тут вижу. Есть, перебил. Есть. Есть. Двоих так. Четко. Убил, все, замечательно. Вроде все. Готовы. Так, выходим на улицу. Куда? Так, она там? Есть. А, на улице. Нифига себе. Смотри снайперов, потому что они все. Так. Да, лучше снайперов смотреть. Тщательно. Пошли. Ух ты! Так. Так. Когда они так близко, я вот смотрю, да, вот когда они красные, когда только отреспавнились, они, ну, как бы наносят друг другу урон или как? Не знаю. Точнее, мы им можем нанести урон, не когда знаю. Они, собственно, красные, только отреспавнились. Да вашу. Так. Скелеты. Скелеты замедляют движение очень хорошо. Вот что единственное у них хорошее. Да, все-таки когда красные, тоже можно, видишь? Угу. Я проверил, о, потому что. Смотри. Что? А, что смотри, ты да, в смысле, вот а. Этот дом мы же можем войти. Фух, все нормально. Так. Патрончики. Потому что понял, я был один раз прицелился на двоих и не стрелял, потому что они были красные. Думал, что когда отреспавнились, как в обычной игре. Нельзя коцать. Так. Отлично, патрончики взяли. Пошли, все. Затишье перед бурей. Не зря нам дают заправиться. В принципе. Захватить так, грузовик. Я понял. Тут мы, думаю, справимся. Еще не с таким справлялись. Ух, твою ж! Тише, 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 тише. Не надо было открывать, потому что на улице тоже их очень много. Так, есть. Есть. Ух, сколько их там. Их положил, еще положил. Смотри, ты решай дело направо, я налево. Как бы, смотри. Угу. Ты понял, надеюсь, меня. Я своей речью только что сказал. Так, то есть я в левую понял сторону, смотри, двери, ты в правую. Потому что они со всех сторон, видишь, заходят. Так. Да, с левой стороны заходит и с правой стороны заходит. Просто когда траектория пули летит, я смотрю за этим всем. Так. С левой стороны пока никого нету. Так. Лично. Вроде все. Нет, я чувствую дыхание. Кто-то идет. Да, вот один. Вот так вот. Да твою ж. Плохо, что не у всех патроны лежат зомби, да? Ну да. Так, тут вроде никого. Угу. На территории огромная, еще кто-то по-любому будет. Ух ты, смотри, сколько их там. Давай ты там, я буду вот тут вход прикрывать. Давай. Так. Ну, ух, что? Пулеметчик. Так, подожди, я пока мелких зомби убиваю. Ты стреляй пулеметчика, потому что еще направляется пулеметчик, к нам. Пулеметчик. Толпа. Толпа просто. Ага. Мелких зомби. Да чтоб тебя. О, он на фугас. Так, замечательно, убил еще.
Да что? Помогай пиво? Вот этого убивать. Так, сейчас. Он меня стрелял, но так и не попадал, бедный. Во. Замечательно все. Так, 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 так. Убил мелкого. Еще одного. Нам к грузовику, да, нужно? Да. Ну давай быстренько потопали. Не стоим на месте. Угу. Я за тобой бегу, поэтому. Так. Патронов нету. Сразу к нему, да? Да. То есть не будем пока что. А зомби нужно перебить, прежде чем к нему бежать? А, фиг его знает. Давай иди сейчас сюда. Проверим. Да, не. Так, ну что задание нужно? Обновлено. Что нам нужно? Так. Нам нужно 5 канистр топлива. Угу, смотри, я где понял. Она. Вот туда. Назад, назад, так, назад. Да, и вижу. Куда побежим? Ну вот сюда, смотри. 76 метров. Я думал, просто понял, мы на разные задания по отдельности. Да ну. Да, лучше не разделяться. Да. Все, да. Еще 3. Я понял. Ох, и голос, да? Такой. Да. Орёт хриплый. На этих можно так. Вообще внимания не обращать, они очень медленные. Нет, я в принципе этот на лету их убиваю, как-то со снайперки научился более-менее на джойстике. Так. Клич. Так, нам не туда, нам сюда. Нет, можно было и тут. А, да, точно. Ты прав. Ты ух прав. ты сразу так. Ух ты, ты. Это было. Да пулеметчик. Прячемся, может на вышку вылезем? Да, я не знаю. Вали давай вот этого. Я валю, есть, попал. Есть. Ух, да чё вы так пугаете? Так, ну что, в принципе, не отвлекаемся. Убил его? Да. Ну ща, погоди. Так, ну что, я тут. Вот эти заразы рез... Тут большая территория, видимо, будет сколько непросто. Сколько нам ещё? Нам ещё... Так. Офигеть. А, кстати, вот же канистра, как я не заметил, вот она. Давай, я к одной, ты к другой. Я вот налево, ты говорю, направо. Не нужно разделяться. Да тут разница 50 метров, поэтому... Да, ну ладно. Окей. Все, я взял. Так, давай. Ух, 70. Ты заспавнились вот так тут вот, сзади. 62 метра осталось. Скелетончики, скелетончики. Я их принимаю на себя, да? Да, я пока я... канистру поищу. Так, все, нашел. Все, возвращаемся быстренько. Так, все, забрал. Давай. Потащи меня. Так. Ну что, заправить топливо нужно нам, да, сейчас? Ага, давай. Я уже тут, возле машины. Давай, я то сейчас уеду. Хотя не уеду, у меня же не весь бензин. Ну да. Да, в принципе, они так 5 баков, да, это сильно много, что-то они ищут, согласись. Ну, если в баку там по пару... Так. Ну что, в принципе, вместе нужно встать, да, тут? Потому что я не вижу кнопочки. Нет. Положить топливо. Нам нужно еще отбиться от этих. Так. А, да. Пережить осаду. Mm-hmm. Ух, твою ж. Давай на вышку поднимаемся. Давай, ты, я не знаю, на вышку или сюда. Давай, я на вышку. Давай, смотри, 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 да. Гея. Пошли сюда. Я вижу. Давай ты на вышку, а я так вот, то есть по отдельности. Будем друг друга информировать. Так даже лучше будет. Ну, давай. Так. Только если что, сразу же информируем. Так. Ага, ну к тебе там. Ёлки-палки. Я буду прикрывать да. Твою вышку тоже. Чтобы к тебе туда не забрались. Я только что твою сторону прикрывал. Так. Камикадзе. Я вижу. Две штуки. Ко мне идут. Я двоих убил. Да, всё. Я вижу. Фух, спасибо. Ну не так взорвались. Так. Все, вроде бы их нету, да, больше? Да, вроде. Я пока твою сторону прикрываю. А я твою. А так даже как-то удобнее. Так, это не камикадзе прот? Вот этот вот звук. Офигенно. Так. Еще. Замечательно. Не показал. Еще. Нет, не показал, что там. Я твою лестницу прикрыл, то есть. А я твою прикрываю. А так удобнее намного. Тебе даже обзор лучше, потому что мне придется прицел вниз спускать. Ага. Оу, снайперы. Снайперы? Да, снайперы. Так, ну что, значит, выслеживаем. Давай только, например, говорить, там на 9 часов, на час, то есть, да? Ну, я одного убил. Так, ну что? Где-то передо мной только что был один. А, пулеметчик по моей стороне. Еще один? Да. Так, я ему снес кепку.
Второй раз попал. А, так. Вижу. А! Так, ко мне тут забрался зомби, я думал, кто меня бьет. Так, ага. Ничего себе. Он не ко мне случайно, гадость, поднимается? А, фиг его знает, походу. Так. Нет. Так, подымись, подымись, я говорю, посмотри на лестнице. Идет он или нет? Так, я его вижу. Давай. Есть, попал. Сейчас он на тебе. Да, потому что я попал, тут, то есть, понял, кто попал, а он и оборачивается. Так, отлично. Сколько же этих зомби еще? Ты перебивай зомби, я буду смотреть, нету ли снайперов, а то мне кажется, что... Так, да, что-то их очень мало было. Ты одного всего лишь, да, убил? Ага. Тут. А ты? Так, тут снайпер только один был, потому что ты, когда одного убил, их уже не было. Так. Ну, помимо того, когда мы тогда человек 6 убили. Да. Так, ну что, ты спустился, я вижу. Можно уже к машине, нет? Да, офигенно. Можно вместе стать. А, все. О, тут автоматически закончилась лава. Так, ну что, есть? Ща. 26 минут. Да, вот мы и пошли. Пошли. Короче, мы пошли, ребята, давайте. Но на самом деле мы прошли. Отдельно я всем благодарен за то, что в предыдущих сериях нас поддерживаете лайками. И не забывайте в этой же духе, да. В этой тоже поддерживайте лайками. С вами был Айтисон, OnlyFirst. Всем удачи и всем пока. Всем пока.